Та-дам! И что бы это значило, вот это, как ты думаешь, а? Ну давай, угадай. Но неспособность. Так вот, 100 подписчиков на канале, на моем. Дай-ка попробую чуть-то. Ням-ням. Это торт птичье молоко, и здесь ровно 100 свечек. Не веришь, нажми стоп, пересчитай. Я считал, должно быть 100. Ну, давай их потушим, загадаем желание, но прежде чем потушить их, надо зажечь. Извиняюсь, тут у меня светло, как-то не получается сделать, чтобы потемнее было как-то, покрасивее. Сейчас, секунду. Хоть свет выключил, может так светлее будет, то есть темнее. Как ты их зажечь? Интересное занятие. Никогда у меня в детстве не было такого опыта зажигать, то есть тушить свечки. Они слишком близко друг к другу. Почему они так горят мощно? Сжигаются медленно. Получится у меня что-нибудь вообще? Блин, надо было торт побольше. Или свечек поменьше. Они почти уже сгорели, а я все еще половины не зажег даже. Будет парафиновый торт. Это хороший знак. Пусть будет так. Пусть это будет хороший знак. Если это знак. Парафиновый торт. Парафиновый торт. Закоптил всю квартиру. И морду, и фотик. Парафиновый торт. Смотри, он еще весь горит от свечей. 100 свечей. Слушай, если будет 1000 подписчиков, я, наверное, дом спалю. Горящий торт. Слушай, какая прелесть. Торт горит. Зачем жечь торт, когда почти уснули? Воспоминания минувшей боли. Я их не потушу, я потушу то, что останется. Ну, я и не именинник, так что мне не исполнилось 100 лет. Никому не исполнилось. Просто 100 подписчиков. Вас целых 100, прикинь. 100. Это толпа. Если мы все убьем одного плохого человека, нам ничего не будет. Потому что нас 100. Мы уже можем как партия зарегистрироваться. Давай последние свечки гори. Зажигайтесь, чё вы? Вечно, блин, все уже поели, а эти еще салфетки не распечатали. Ну давайте быстрее, гады, зажигайтесь. Прям как подписчики одни сначала появились, другие постепенно медленные, какие-то тормознутые. Горящий торт. Торт сгорел. Дорогой гад, но я потратился, я думаю, ну такое все-таки событие, чего там. Можно потратиться. Если я все-таки когда-нибудь зажгу все свечки, а? Я их потушу. Все. Зажглись. Будем считать, что все. Загадываю желание. Хочу 200 подписчиков. И как можно быстрее. В этом году. Больше 200 подписчиков. Все.